Циничная кража произошла в Риге в эти выходные. Буря эмоций в социальных сетях вызвала сообщение о том, что воры похитили детское инвалидное кресло и лишили маленького Матиса возможности посетить рождественский праздник. В эту субботу воры взломали замок одного из подъездов дома на улице Таллинас и украли инвалидное кресло, которое так необходимо 14-летнему мальчику с тяжелыми нарушениями движения. Теперь ему не выйти на улицу и даже не попасть в школу. Родители в отчаянии просят помощи в поиске коляски. В субботу к нам следователь не приходил. Сегодня с утра были в участке полиции и предоставили дополнительную информацию, которую удалось получить из социальных сетей. Свидетели описали преступников визуально и в каком направлении они ушли. Инвалидная коляска – собственность центра реабилитации в Айвори. Если кресло не удастся найти, родителям, возможно, придется компенсировать его стоимость. Любого, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, призывают обращаться в полицию.